Медалист и 100-бальник вдвойне. Юрий Дмитриевцев высшие баллы получил сразу по физике и информатике. Говорит, добиться высокого результата помогли занятия и любовь к точным наукам и к астрономии. Увлекался астрономией, там, по книжкам, по всяким научным фильмам. Потом уже появилась в школе информатика-физика. Сразу начал записываться на олимпиадные кружки, стало это все очень интересно. Ну, заниматься наукой, там, космологией, с, как бы физикой, но в космических масштабах. Максимальный результат в выполнении ЕГЭ в этом году показали 27 наших выпускников. 100 баллов по двум предметам имеют два тамбовчанина. Несмотря на тяжелое время, в которое проходили экзамены, ребята не растерялись. Они гордость родителей, педагогов и, пожалуй, всего региона. Сегодня 100-бальники получили поздравления от главы города Натальи Макаревич и смогли поговорить с мэром по душам. Надеюсь, что маленькие ручейки их светлого будущего как минимум будут связаны с городом. Школьные годы великими воспоминаниями о замечательных учителях, а как максимум кто-то из них будет нашим непосредственным будущим. Рождается новый день, луча белого утра. Продолжение разговора было не менее приятным. Под жизнеутверждающую музыку глава города пригласила ребят на танец. А после благодарности за самоотверженный труд получили 9 директоров школ, подготовивших выпускников высокого уровня. И на этом сюрпризы не закончились. Гостей ждала радостная новость. Принято решение о строительстве в городе Тамбове микрорайоне телецентр школы на 2425. Школа будет стоить недешево областному бюджету. Сама школа порядка 2,5 миллиарда рублей, плюс инженерная инфраструктура. Но губернатор принял это решение. Я думаю, что оно всех нас порадует. Кажется, скоро в нашем городе появится еще одна обитель 100-бальников. А пока те, кто показал высокие результаты в этом году, отправятся покорять новые вершины. 100 баллов – это и вправду настоящий триумф, победа над собой. И, безусловно, окончание тяжелого жизненного этапа. Впереди у ребят поступление в престижные вузы, взрослая жизнь и, конечно, множество побед, которых они достигнут благодаря своей целеустремленности и таланту. А эта встреча, теплая и торжественная, станет для них настоящей серьезной мотивацией. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Евгений Мещеряков. Область новостей.